чем мы остановились, друзья? Наш эфир прервали. Я похож на наркомана? Я бы сказала, на кого-то похож, но не сдержусь. Комментарий тоже. Конечно. Вот же самая красивая девочка. Спасибочки. Спасибочки. Вот бы ваш магазин в Ташкенте. Дай Бог, чтобы все были преданы друг другу и уважали друг друга. Согласна с вами. Дай Бог, конечно. Так, ребят, все, на личные вопросы я не отвечаю. Если есть какие-то другие, давайте пообщаемся. Так. В связи с последними событиями. Ребят, вы когда так пишете, у меня такое чувство, что я просто звезда танцпола в связи с последними событиями. Как будто никто в этом мире не расстается, не разводится и не умирает. Умирает вообще в тему сейчас и расстаётся. Так, ну и заткнись сейчас, не твой выход. Будут выпускные платья. У нас будут разные платья вечерние, ну как прям, не прям выпускные, но... Тебе показали? Я потом реально писал, а все, что вообще что ли? А, я телефон не принес, а то я бы там бред попал. Ну, подожди, сейчас я тебе да, сейчас испорчу. Я тебе сейчас. Давид, ты задолбал меня уже. Ой, глупость. Вы большая молодец, достаточно привлекательная, нереальная. Уверена в себе. Восхищаюсь вами. Спасибо огромное, ребята. Очень приятно. Он умер, получается. Ребята, он не умер. Вы чё? Ребята, он не умер, не дай бог, господи. Я просто... Ну, вы сами афишировали свою жизнь и популярную вынести. Вот всем интересно. Да я не против, ребят, но просто не хочу отвечать. Нет, сегодня меня в Рио не будет. Это угар просто. У меня просто слов нет, ребят. Я снимаю шляпу перед вами. Просто снимаю шляпу. Клянусь. Давид! Я тебя сейчас блокну! Клянусь, сейчас ты в блок пойдешь. Насчет умер, да, это. Ну, в принципе... Что? Я тебе комплименты делаю, ты недовольна? Насчет умер, да, это. Ну, в принципе... Ты когда-нибудь пила таблетки для похудения? Давно-давно, чисто ради интереса. Ни разу не пила никогда. И вообще, если бы были такие действующие, действенные что? Таблетки для похудения, их в первую очередь выпила бы моя мама. Давид, отключи, я хочу сразу их услышать. Давид, ты тупой? Я просто знаю, что ты хочешь. Так, Нона, что там написано? Да. Давид мой, покажи его, пишет. Давид, чей? Это что? Боже, это так произошло. Так. Насчет высокомерная, Нона согласна. У Элины с Натой ни разу в эфире такого не написали, что она высокомерная. Хоть Элина и Ната немного женственные, Ната намного женственнее и эффектнее. Ребят, ничего не поняла из того, что вы написали. Вот. Поэтому не могу ничего ответить. Так.
Как ты относишься к кофе с утра? Ну, я не очень люблю кофе, редко его пью, когда, например, хочется мне сильно спать. А кофе вечером? Тогда помогает. Ночью. Ой, девушка пишет, Давид, вечером там же. Что? Я вечером дома был, но мы это знаем. Что? Вы неправильно поняли. Да, она доставка. Она доставка. Все, мы сейчас просто поняли, чем он занимается. Вы неправильно. Покажи вообще ее ник. Сейчас посмотрим, что там вечером получается. Вот ты по вечерам куда смотался. Ага, ты смотался в тот день вечером. Кальян поставил и смотался. Ты к ней смотался? Не, я скотина. Я поехал в машину вообще-то. Я машину ехал, по-моему. Что, она осталась грязной? Она просто на обратном пути испачкала. Так, ребят, виснет, да? Телефон не передает всю красоту. Посмотри, виснет мой эфир. Твой эфир? Нет. Ой, ты еще на тайм-мод вообще. Почему? Ребят, ответьте, пожалуйста, по качеству. Отключаться мне или как? Зависло, да? Намного жарче. Не трогай экран. Из того, что вы написали. Ты вот. Экран трогаешь, походу, на самом деле. Я ничего не трогаю, вот сижу. Ну тогда ты трогал, когда Ната читала. Ладно, выключи. Вы раньше были полненькой. Давид, я когда-нибудь была полненькой, можешь сказать? А, полненькой нет, но она была жирной. Ну, Давид, ну серьезно. Нет, она всегда была худой. Ребят, я никогда не была полной. У меня бывают там плюс-минус, да, какое-то количество веса. 0 миллиграмм. Но, чтобы я была полненькой, такого никогда не было. Ну, да. Вот я не вижу нигде высокомерия. Я вижу сильную моральную девушку. Ну. И это как-то молодец. Ну, вы знаете, каждый, так скажем, говорит о том, что у него болит. Вот, поэтому, в принципе, если человек видит от меня высокомерность, значит, он меня ставит статусом намного выше и тем самым показывает свое нутро. Просто, например, я отношусь к людям на равных. У меня никогда не было такого, чтобы я что-то пыталась из себя строить. Ребят, я в рубашке и в шортиках. Все простенько. Кошмар, что кошмар. Улыбайтесь побольше. Ната и Лина мои подруги. Там четвертая песня прикольная, представь. Обратно. Сколько? Здесь много вообще, что подбирать пойти? Фига себе, у тебя там диска много, да? В каком диске эта песня? На четвертом? На первом? Оставь тот, зачем ты поменял? Давид, футболку забери, рубашку и в химчистку отдала. Заберет. Если он не заберет, я заберу. Оплатите химчистку, я потом заберу. Очень доброе, спасибо. Нонна, расскажите, что за макияж сегодня? Сегодня стандартный набор. Тени, легкие, потом... Румяна. А? Так на столик нормально. Знаешь, на кого-то похож? На кого-то. На кого-то. Давид двоюродный брат. За Давида не спрашивайте, он мой муж, пишет девушка. Он женился, мы пропустили этот момент немножко. Вообще я планировала погулять на его свадьбе от души. Вы не дождетесь, никто не погуляет на моей свадьбе.
Почему? Даже я не буду делать, потому что я не буду. Все логично. Кому он нужен? Счастье в свободе, ребят. Запомни. Ну, на шишках тут осталось. Привет, у меня что-то не грузится вообще, почему? На губах карандаш Пупа 04. Протерла камеру, ребятки, протерла. Да ведь не надо меня снимать. Я на дебила похож, как выносила. Почему не красивый, да? Я красивый лучше. Так, мама моя не работает. Какую цену у вас, коллеги? Кепочки 2500. Нормально делай, нормально будет. Хорошо тогда, давай. Хорошо тогда, давай. Хорошо тогда. Мамочка, не грусти. Да, я грущу немножко сегодня. Заметили мои подписчики внимательно, что я сегодня грустная. Музыка, что ли? Я зашла телефон. Шатчик усел, ты сейчас цветет. Все твои подписчики станут твоими подписчиками. Тебе страшно. Вы довольны своей внешностью? Есть что-то, что не нравится себе? Я вообще очень самокритична. Знаете, ребят, мне многое себе не нравится. И нет такого, что я прям... Я тоже очень самокритичен, но моя внешность не поддается критике. Да ведь просто понимаешь, что твоя внешность никому не интересна. Конечно, со своими подписчиками смело. Да, кончик носа мне тоже мой не нравится, я бы его переделала. Почему? Но мне не нравится. Сублируй за нами. Мне пишут, что у меня некрасивый нос, да это у меня некрасивый нос. Спасибо. Я бы посмотрел на ее нос. Ты у Сулесу замалишь? Что, нос? Да. Эбель. Хорошо выглядишь, спасибо. Все будет хорошо, спасибо большое. Мне 29 лет. Ребят, я не выхожу замуж. Кольцо Грисогона. Это булочник. Ну, все качество было. Да, знаете, в жизни очень много разных ситуаций, за которых мы грустим. Это не только люди в этом виноваты, обстоятельства, какие-то ситуации жизненные. Я вообще достаточно сильный человек и не привыкла говорить о своих каких-то душевных переживаниях и проблемах. Всегда стараюсь показывать, что у меня все хорошо, но, знаете, иногда вот приходят моменты, когда все, вот ты на краю и тяжело морально. И не хочу играть никакой роли и показывать, что вот у меня такое офигенное настроение, все классно. Нет. У меня есть переживания определенные, я живой человек, мне кажется, это свойственно любой девушке, любому человеку. Вот, поэтому я надеюсь, что вы меня поймете, не будете задавать лишних вопросов, потому что я не хочу на них отвечать. Касаемо, вот знаете, вот
вот этих вот моментов внешности, ты себе нравишься, что ты сделала, искусственное, не искусственное. Я же вам не мешаю, правильно? Я не говорю вам, почему вы сделали какие-то вещи в своей жизни. Меня так устраивает. Мне так комфортно. Не суди, да не судим будешь. Спасибо большое, ребятки, спасибо. Ребят, знаете, я, наверное, иду, так скажем, по жизни и наступаю всегда на те же грабли. Вот. Это моя большая проблема, потому что я добрый человек, я доверяю людям, я отходчива в плане того, что если что-то идет не так, я быстро забываю это и стараюсь видеть в людях только хорошее. Это неправильно. Нужно всегда, как говорится, не очаровываться людьми, чтобы не разочаровываться. Вот и все. Так, приветик. Спасибо большое, ребятки. Если отношения разрушились, то вы очень стойко и сильно себя ведете. Браво. Вот так идеально рисуете стрелки. Да, сестра моя сегодня с утра это сказала. Говорит, ну, так как ты стрелки рисуешь, так никто не рисует. Я не знала, что ты такая умная. Да, выгляжу тупой, да? Давид. Просто не скажешь, что я тупая. Так. Спасибо. Мы тельцы такие одни, идти на те же грабли всю жизнь. Да, ребят, это есть на самом деле. Я не боюсь об этом сказать, потому что я такой человек. Я не учусь на своих ошибках. Вот, ну, не учусь я. Не могу. Очень красивый и добрый. Спасибо. Все будет хорошо. Все, что не делается, все.